Российский год кино передал эстафету наступающему году экологии и особо охраняемых природных территорий. Церемония прошла в Театре оперы и балета в Якутске. Приоритетными задачами в природоохранной деятельности станут реализация новой системы сбора, утилизации твердых бытовых и промышленных отходов с передачей функций региональному оператору. Особо это касается района Арктики. Появится ряд новых муниципальных заказников и резерватов, а некоторые особо охраняемые природные территории повысят свой правовой статус. К примеру, федеральными заказниками станут Новосибирские острова, парк Ленские столбы, ресурсные резерваты Амга в Мгинском районе и Котылык в Алайховском. Это очень серьезная, это концептуальная работа. Ведь от повышения статуса ОПТ изменяется режим охраны, статус самих территорий. Это немаловажно и дает юридическую защиту как раз этих ОПТ. Ну и по биоразнообразию ОПТ будут проводиться работы по нашим известным проектам. Белый медведь, Котылык. Планируем работать по дикому северному оленю, отдельно проект запустить по хищным птицам, краснокнижникам.